Привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня воскресенье, вечер, практически 10 часов вечера, и мы с Айханом отправляемся на корабле. Гемитура, ты здесь? Мы с Айханом отправляемся на корабле, вон они сзади нас. Отправляемся на корабле в тур по ночной Алании. Называется он Мехтап. Мехтап-тур. Называется это Мехтап-тур. Почему Мехтап? Потому что Мехтап — это вечер по-турецки. Ну, в общем, время с 8 вечера до утра. И сейчас, наконец-то, мы отправляемся в тур по вечерней Алании и приглашаем вас вместе с нами. Айди, где ради? Ну, а вот так вот выглядит набережная. Вечером, точнее уже практически ночью, все в огнях, много народу, очень-очень красиво. И мы по вечерней Алании на корабле Джуниаид Баба, и мы, конечно же, в предвкушении. Айхан уже зашел. В общем, здесь также можно платить, видите, карточкой. На этом корабле мы также ездили и днем, и еще поедем, когда приедет мама. Мы обязательно поедем. И, друзья, этот тур стоит, представляете, всего 10 лир, целый час по вот такой вот красоте нас будут катать. И, конечно же, здесь есть бар, можно купить всякие разные напитки, воду, соки и так далее. Bir kısık kaldım, bir saat gelip geçiyor, o yüzden sizden oynamanızı rica ediyorum. İyi, iyi. Bir saat. Teşekkür ederim. Месте. Наверху уже на второй, на третьей палубе народ веселится, их вы увидите чуть позже. Ну а пока мы наслаждаемся панорамой. Вот она, Аланийская крепость на нашем фоне. Супер красиво. Очень интересное ощущение. Вот с той стороны видите город, а с этой стороны открытое море, и не видно, такое ощущение, как будто стена, темная стена. А там уже дальше идет продолжение города. Everybody like a yes, and we're
hoşlar vay vay. Amca hoşum vay vay. Düz abartan bakış. Здесь, наверное, самое прохладное место в Алании. Очень здорово после такого жаркого дня. Просто супер. Biraz içinde yandım çok zaman. Söyle, koca bir hayat nasıl geçer? Senle mümkün geçer. Все, мы возвращаемся уже обратно в порт. Постепенно спускают якорь. И вот место стоянки нашего корабля. Сейчас мы будем туда швартоваться. Все, наш тур закончился. Айхан, сам Бендин мы? Гзельди. Фарты, рекса. Такарги Дзисмы? Друзья, в общем, мы вам советуем обязательно этот тур. Очень классно, если хотите посмотреть на ночную Аланию с моря. Айхан веселится, а мы пошли дальше гулять. Сегодня воскресенье, и очень жаль, что воскресенье такие короткие. Почему короткие? Надан Пазар Ларбукадаркиса. Почему воскресенье такие короткие? Если вы знаете, напишите в комментариях. Друзья, это еще одна идея для вас, как провести свои выходные. Точнее, как провести свой вечер, когда вы отдыхаете в Алании. И сейчас я готовлю для вас одно, точнее, два видео о том, что делать в Алании, что посетить, если вы здесь в отпуске на неделю или на две недели. В общем, я расписала план и скоро сделаю эти видео. Я надеюсь, они вам понравятся. Каждый день, чем вы можете себя занять. Самое главное, что посмотреть. Самое интересное, самое популярное, самое то, что оставит незабываемые впечатления. Поэтому пишите в комментариях, если вам понравилась эта идея. Мне кажется, это будет классно и, самое главное, полезно. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Айхан тоже говорит пока. Пока. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. И до встречи в новых видео. Очень жарко. Бучок. Ай, носила я пожар? А, как она уже? Тамам, тамам, тамам. Айлен, чок гюзель. Evet çekiyorsun. Sonra aynen. Sonra. Devam et. O tarafa çek. Küreği oraya koyuyorsun. Eline çekiyorsun bir değil. Aynen. Çek bu kulağında. Öbürünü de çek. Hadi bakalım. Ama yakarsan ben karışmam. Anastasios'ta iş olur başında. Olur valla. Evet olay bu ya. Yarın benzin yapayım. Çok zor değil tamam. Ama çok sıcak. Sonra çekiyorsun aynı şekilde. Çek burada. Aa, çok sıcak. Hadi yardım bu kadar mı? Aa, o bizim? Tabii canım. Tamam. Onlar almak ki. Ben çıkarayım mı? Evet. Ben bakacağım nasıl. Garat piyası. Şöyle. Olay bu.